Десятки команд, сотни игроков, двое ворот и только одно поле. Все это 9-й чемпионат Курганской области по дворовому футболу. Кто получит призовые медали? Кто завоюет звание лучшего игрока турнира? Кто станет чемпионом, покажет время. Время успеха. Дворовый футбол – одно из самых масштабных спортивных событий области. На протяжении многих лет спортсмены всех возрастов соревнуются в мастерстве обращения с мячом. За свою историю турнир претерпел несколько изменений, но сохранил основную идею. Любой желающий может принять участие в играх, а если повезет, занять призовое место. Время показало, что мероприятие нужно. Мы рады, что стольким детям, и теперь уже и не детям, даем возможность проводить с пользой время, участвуя в футбольном турнире. Этот турнир у нас оказался особенным еще по одному из параметров. В этом году у нас заявилось порядка 60 взрослых команд. Успешность спортивных соревнований оценивается не только большим количеством зрителей, команд и игроков, но и качеством игры футболистов. Постоянный участник турнира мини-футбольный клуб «Медведь» 6 раз получал титул чемпиона, и сегодня футболисты снова нацелены на победу. Игроки «Медведя» уверены, секрет побед в упорных тренировках. Коллектив сыгранный, потому что, вот, как Станислав говорит, уже 15 лет ребята вместе играют, выступают. И вот на протяжении 6 лет получается поддерживать. А, как правило, в дворовом футболе выступают не сыгранные ребята, ну, кто дворовые. Поэтому побеждаем. Однако победы не так важны, отмечают организаторы. Целью турнира является популяризация спорта и здорового образа жизни. И с этой задачей чемпионат по дворовому футболу справляется на отлично.